Здравствуйте, ребята! Я рада вас приветствовать в нашей волшебной мастерской. И сегодня мы с вами сделаем вот такую замечательную вазу. А для этого нам с вами понадобится лист белого картона, цветная бумага, фломастер, легкий пластилин, кисть, гуашь и разноцветные раскрашенные салфетки. Итак, приступим. Берем белый картон и приклеиваем нашу вазу. Смазываем ее клеем. Вазу вырезаем из цветной бумаги. Также ее можно нарисовать. И приклеиваем к нашему картону. Хорошо прижимаем. На вазе можно нарисовать узоры с помощью фломастера. Такие, какие вы пожелаете нужны. У меня получилось вот так. Далее мы берем с вами кисть, гуашь зеленого цвета и рисуем наши стебельки для будущих цветков. Рисуем их в произвольном порядке. На стебельках рисуем листочки. Вот так. И даем немножко высохнуть. Пока наши стебельки сохнут, мы возьмем с вами легкий пластилин, разделим его на три части и из каждого кусочка сформируем круг. Вот такие шарики у нас с вами получились. 1, 2 и 3. Мы их разминаем, делаем плоскими. И приклеиваем на наши стебельки. Вот так. 1. Будет у нас с вами посередине. И 2 с края. С одного. И с другого. Дальше мы с вами возьмем цветные салфетки. Я заранее их разрезала на маленькие квадратики. Теперь мы берем с вами эти квадратики и с помощью задней части кисточки как бы вталкиваем наши квадратики в пластилин. Должно получаться вот так. Можно брать несколько, можно брать по одному. Закончили с одним цветочком, приступаем к следующему. И остался у нас с вами еще один цветочек. Можно подправить, если вам что-то не нравится. Вот так у нас с вами получилось. Надеюсь, ребят, у вас получится еще лучше. До свидания!